вчера вечером, ну как обычно там с компьютером своими делами занимаюсь, слышу, а телевизор включен, и слышу, на ТНТ был включен, и слышу такое, значит, в рамках телепроекта «Дом-2» интеллектуальное шоу, ведущая Ольга Бузова. Охренеть! Я, насколько-то минут оторвался, да, подошел, ну там о всем шоу рассказывать, значит, вообще нечего. Потому что уровень там примерно, да, вот по крайней мере, пока я, когда я в школе учился, да, вот те вопросы, то обсуждение, которое там было, это вот, ну, в хорошей школе вопросы для людей 4 класса. 4 класс. Здесь эти вопросы, значит, ну, обсуждались по несколько минут. Так вот, один из вопросов был про черную металлургию. Значит, что является для доменной печи сырьем в черной металлургии? И вопросы, вернее, ответы были, варианты ответов. Что является сырьем и что является топливом? Ну, понятно, да? Тут даже обсуждать нечего. И в том числе вот был правильный. Правильный ответ они... Видимо, кто-то один все-таки в студии знал, там и гости еще есть. Я подозреваю, что это был кто-то из гостей. Вот. Железная руда, да? Но это слово, словосочетание «железная руда» повторили в течение вот вечера, пока этот вопрос они решали, повторили 10-15 раз. В том числе три или четыре раза Бузова. И все вот эти разы словосочетание было сказано «железная руда». Не «железная руда», а «железная руда». Я представляю, какой бы был взрыв мозга, если бы у них вообще спросили, что такое вообще, что такое «железная руда», да? Ну, я не являюсь поклонником там «Дома-2», понятно, но, понимаете... Как-то за страну немного обидно, когда интеллектуальное шоу берется вести человек, который в стране ассоциируется с глупостью. Вот это немного печально, конечно.